Была у нас одна как-то охота. Рано утром прибегает грибник и рассказывает, что недалеко от коровника видел медведя, который к нему шел. Он, соответственно, испугался, прибежал к нам. Это, наверное, было где-то в часов 7 утра. Мы, недолго думая, собрали, взяли собак, быстро на квадроцикл и поехали туда, к этому месту. Это был 2018 год, тогда очень много было случаев выхода медведя в деревни, в населенные пункты. Куда вы рванули? Молодец, молодец. Молодец. Молодец, куч. Давай его подтянем сюда, а потом будем поднимать. Интересно. Слушай, тоже самка. Тоже самка, да? Да, тоже самка. Это хорошо. Ну что, пробуй. Готовились на рожать. Для меня лучше, наверное, залапать. За уши, наверное, я хуй подниму. Давай. Нет, теперь ты бери за задние лапы. Что ты делаешь? Конечно. Да похер, давай. Не, чуть-чуть туда. Сейчас, подожди. Себя втяни. Молодец, молодец, Тесса, молодец. Нет больше мишки. Да, надо внимательно.
внимательно надо. Ha ha ha.